вроде можно встать. Пришла. Пока мы там сумкой окуньков ловили, вот такую сегодня чагу срезали. Можете представить, да? Больше моей ладошки. Вон она. Видите, друзья? Сюда, сюда, сюда. Когда мы ловили или вы ловили? Ну, сейчас. 2 недели назад. Ага. С ночной поклевкой, с ночной. Щука. С такой пастью. Ух ты. Вот это красотка. Уже запросили все пюрешечку. Говорит, надоела твоя печенка, икра, и рыба жареная, пареная. Хотим, говорит, пюрешечку. Ну, пришлось сварить. Готовлю с утра вкусненько, нежненько пюрешечку. Сейчас пахло. Порыбачим. Ой, нет, сегодня рыбачить мы не будем. Сейчас мы покушаем пюрешку и отправляемся в тайгу за чагой. Вкуснотища, запах такой. И на соль вкусно. Сказка. Давайте покушаем, потом путешествие. За маму, за папу. Ага, мне и корочки, пожалуйста, и лечо тоже. За жену. Хватит тебе. Помаш. Давай, давай, накладывай. Александра делала вот такую вкусняшку. Угу. И только вот эту. Вот эту мы съели еще. Тут прям чуть-чуть замыкали. Что, не открывается? Тут было вкусно. Сейчас я достану. Так, и корки мне тоже. Вити, корку будешь? Сам положишь? Так, ну, наверное, колбаски, да, чуть-чуть резанем? Сегодня побалуем себя утром. Чем-нибудь городским. Ну да, или что-то у нас другое. Нет, вот это, вот. Ну давай, давайте сосиски. Давайте не будем открывать. Давайте не будем. Пусть лежит на столе. Слюной будем истекать. Вот печеночку подели на 3 части. И бред такой у нас там. Эх. На 4 части, да. Смотрит, блин, гипнотизирует. Перепадет, не перепадет. Мы их только что покормили. Но им всегда всего мало. Ну что ж, приятного аппетита. Завтрак. 10-й день. Горчичка. Что, собак? Еще окунями покормить? Собак еще окунями покормить? Ну как? С икоркой? Угу, нормально. Чувствую, сейчас горчица тоже пойдет, да? Горчица, да, сама то. Умка с обряком. Пока техника разогревается. Ай, красавцы. Едем, выдвигаемся в тайгу на поисках березовой чаги. Это будет тоже интересная экспедиция и поездка. Едем далеко. Собакам так приятно, что наконец-то их с собой берут.
съездим наши поставушки, жилицы проверим. Все, поехали. Наша лайка кого-то увидела, а кого увидела, непонятно, то ли белку, мы никого не видим, а она кого-то чувствует.
такое дерево. Упало. Обалдеть. Все деревья. Вот такие здесь деревья должны расти. А не то, что мы видим. Ага. Даже его веником. Не. Пахнет. Классно пахнет. На обратном пути сломаю веточку анерки. Здесь глухой лес. Там собачки. Ищем капу. Ищем чабу. Березы вот где-то здесь. Забрались мы далеко. Ничего, сейчас мы не найдем. Где-то там. Здесь тоже речушка текла, да? Заболотина. По эти полосы. Это полос, когда падает вода. Это чернота вот здесь вот. Вот до сюда доходит лесная вода. Все тут покрыто. Сейчас мы заходим в кедровник. Можно сказать, идем к кедрачу. Маленькая тоже болотце такое, да, затапливается, а потом здесь рыбу ловит, если она зайдет. Вот такой по кругу круговорот. Как красиво, друзья, вы не поверите, ощущение дикости полное, как в сказке. Как в сказке. Вот это все черным мхом. Это все вода. Вода, вода, вода. Под нами вот торф, который сюда вытекает. Он же плодородный. Вот если под листвой. Перегной, сплошной. Да. Травку кушает наш абрек. Да, все покрыто мхом. Все покрыто мхом. Какой мох. Ковер бесконечности. Это что? Жалик. Ага. Курья. Курья. Здесь были старые поселения, да? Там, где мы прошли, да? Здесь тоже неплохо так-то жить, наверху там. А здесь топит. Топит все. Ну да, судя по полосам, видите, он на горизонте полосы. Рядом так. А, уже рядышком. Вот за этим островком правда. За этим островком? Да. Мы туда не пойдем. Угу. А кедрач вот это? Это нет, это не кедрач, сосняк. Сосняк, кедрачи, нет. Вот в эту сторону лезть. Вон кедрач осветит. На озеро. Жаль, спиннинг не взяли. Карась не будет на спиннинг. А вдруг щука?
нету, да? Значит, удочку надо было взять. Вот там, смотрите, какие толстые деревья. Не успел леспромхоз. Мне понравились твои слова. Здесь прошел леспромхоз. Да. Где? А, вон желтая. Угу. Грибнички такие, наросты. Тоже горел лес, да, смотри, дерево спалено. Везде горел. Ну почему-то одно, а вокруг все целое. А это может молния его шандарахнула? Нет, молодые. Они выросли уже после пожара, а этот так остался. А, ничего себе, ты хочешь сказать, это, наверное, лет 50. То есть очень давно. Но судя по всему, какие деревья здесь вот лежат в обхвате, этим-то лет по 100. Ну да, сейчас распилим ножовкой и кольца посчитаем, сколько здесь колец. Кто у нас там определяет, сколько колец этому дереву. Его же спилили когда-то. Прикольно. Не нашли мы здесь свой гриб, идем дальше. Здесь всякие наросты есть, но не то, что нам надо. А какое здесь вот поселение этих, какое могло жить население? Ханты, манти. Стеки. Обратите там муха. Ох, выбираемся до квадроцикла. Вон там они настолько попадали, эти деревья, что аж даже это в грунт уже вошли. Полностью. Друзья, какие здесь деревья. Но пришел леспромхоз, деревья повалял и в кучки сложил и забыл. Ха, леспромхоз. Ну а там, где мы проезжали, я видел, куча вывернутых пеньков и сваленных. О, а что это за яблоко? Маленькая такая? Да, нет, то нет. Я вижу, что это такое. Соколиный глаз, а то съешь, ножки-то протянешь. Да. Вот, тоже дерево-то. Охо-хо, какое в обхвате было. Обалдеть. И вон уже. Я хоть вижу, что у нас деревья-то такие были. А то все смотришь, какие-то сосеночки, думаю, они-то росли. Есть, друзья, росли другие деревья. Других обхватов. Сейчас от них остались вот такие скелеты, покрытые мхом. Вот это я забрел благодаря своему другу. Вот. Он хоть показал красоты тайги. Это вообще. А весной. Это ж нам вообще. Вот мы осенью сюда не заехали. Когда было все еще желто и красиво. Собачки с нами, это хорошо. Дрын лежит, дерево павшее. Даже вот я присматриваюсь, сучки по-другому росли. Как-то вниз. Видите, ствол, это верхушка ствола. Там верхушка ствола. И пошло в корень, и ветки вниз. Не вверх, как сейчас лезут, а вниз. То есть этому дереву уже очень много лет.
И очень часто прям двойные вот ветки. Вот такое, ну, длинное. Ну, ему очень много лет. И еще много лет оно уже тут лежит. Да. Меня это очень впечатляет. Здесь прошелся леспромхоз. Когда-то давным-давно. Хочу показать, какой пенек увидел. Фух, я думал, здесь всегда маленькие деревья у нас растут. В тайге их в свое время когда-то вырубили. Вот какой пенек. Мощный. Большой, широкий. Здоровый. Ого. Покрытый мхом. Да, друзья. Красота. Была бы. Если бы лес так жесточайшим образом не выстегивали. Ладно. Я же прямо остановился, бегом побежать посмотреть. И когда вот эти сосеночки станут вот такими, неизвестно. Сколько должно пройти столетий. Вот это мы доехали до Тапа. Река Тап. Ох, как она поднимается. Да. Красота. Потому что они знакомы. А мне как человеку наблюдательному просто интересно поснимать, посмотреть. Березы такие, ух, лютые. Ладно, поедем вдоль этой реки. Так, нашли мы тягу, но она высоко и очень маленькая. Еще другую. Густой лес, а вот даже отдержит волосинок. Смотрите, друзья, нашел забытая химарями баночка. Вот так вот, даже смола. О, даже смола. Интересно, если здесь покопаться. О, тут даже есть смола, представляете? Ух ты, как нам повезло. Заберем ее. Прикольно. Полная. Полная. Вот это я нашел. Классно. Я, друзья, тут еще одну нашел. Тут если полазить по тайге брошенных таких вот химаревских ловушек, вот где они тут добывали канифоль, а нет, здесь
Здесь она просто текла. Жалко. Ну ладно. А, вот еще одна. Но это уже сгнило. Это уже сгнило. Так вот она 30 лет назад одевалась. И вот сюда стекала смола. Сейчас у нас этой уже профессии нету. Химари. Вот так все это происходило. Такое местечко проезжаем. Поиском березовой чали. Скоро солнце. 2 часа дня. Сейчас дойдем. Друзья, нашли еще одну какую-то измушку. Прям в подвале. Правда, здесь она обвалилась. Главное, чтобы оттуда никто не выскочил. Если глаза нам не светятся, значит, никто не выскочит. Сейчас я свет включу. Такая здесь изба. Все заросшее. Там буржуйка. Тут, конечно, все. Плесень, мхом. Хорошие пеньки обваленные, кресла. Вот так вот жили рыбаки-охотники в таких землянках. Обалдеть. Там, наверное, тепло, нары были. Ух. И травы туда натаскано. Ха. Да. И такой выход к реке Кап. В ту сторону перебираешься. О, какой-то подвал нашли, леспромхозовский. Здесь говорят, леспромхоз продукты зимой хранил. Еще надписи такие. ХБ, ТЧ. Тише, не лезь, упадешь туда. Вот такой вот подвальчик. Вход был у него. Все было капитально. В8. До какой-то базы леспромхозовской доехал. Территория у них такая тут была. Еще пионерский лагерь тут организовали. Ну, красиво, если честно. Слава богу, что тут нету. Вот. И это все природа обратно забирает к себе. Еще тут какой-то стульчак. Тоже какой-то подвальчик был. Потому что доски уходят в подвал. Да, наверное, только уже обвалившись. А, нет, это их стульчак тут был. Туалет по-местному. С дыркой. Осторожно. Абрек, пошли. Здесь леспромхоз ходил. Красота. Ладно, поехали своей чагой. Здесь переправа. Ой, стекол сколько. Набито. Была переправа. Пойдемте спустимся, посмотрим. Интересно же. Как когда-то давным-давно люди переправлялись. А как они переправлялись в ту сторону? Там трос был натянут, да? Типа дамбы, плот. Ну, я понял, что через речку. А кто сюда спускался? А, зимняя переправа. Ну, при желании, наверное, можно и летнюю сделать. Такая вот река. Что-нибудь поднимается. Сюда, если интересно, спиннинг покидать. А? Я тоже так думаю. Ну вот, друзья, мы с вами посмотрели. Пока ехали за чагой, посмотрели интересные места. Я впечатлен. Просто. Это у нас тайге. Красивые места. И река.
Ох, как она разливается. Всем места мало, когда она разливается. Хорошие здесь налимы водятся, щуки, ну и прочая всякая живность. Вот и белку наконец-таки мы видели. Ломка идет даже не с новым духом. Прыг-прыг. Сидит такая серенькая. Прикольная. Серенькая мелочка. Че, вон как прошла? Даже мимо белки. Вот так, друзья. Он бегает. Он след ищет. Идет сейчас. Вот такую. Уйдите, это не вам. Вот такую сегодня чагу срезали. Можете представить, да? Больше моей ладошки. Ох, теперь у нас будет чай с обалденной свежей чаги. Вот такая вот свеженькая. Сегодня срубили. Класс. Вот это вот, друзья, чага. Такая вот она. Березовая чага. Ну что ж. Ух, на пару месяцев мы чаем обеспечены. Вкусным. О, приехали домой с тяги. Анечка нас таким ужином встречает. Яичничка. Салатик с морковочкой, с чесночком. Картошечка вареная. С горчичкой. Вкуснотища. Хозяйка. Приятного аппетита. Как готовилась? Быстро. 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 Ну все, приятного аппетита. И мы покушаем.